Кандауров. Вот он же студент Егорского государственного университета. Если у кого-то возникнут вопросы, то их можно будет задать после лекции. Всем приятного прослушивания. Всем добрый день. Меня зовут Михаил Кандауров. Я студент первого курса ЮГУ и астроном-любитель. Сегодня мы поговорим об астрофотографии. Что же такое астрофотография? Астрофотография – это способ проведения астрономических наблюдений, основанный на фотографировании небесных тел. Первый в истории фотоснимок ночного светила был сделан в 1840 году Джоном Дрейпером, американским философом, врачом, химиком, фотографом. Ну, вот, собственно, тот самый снимок. Вот также еще примеры старых астрофотографий. Это туманность Андромеды. Снимок был сделан в 1899 году. Рассеянное звездное скопление Плеяды. И туманность Ориона. Это первая в мире успешная фотография полного солнечного затмения. Астрофото преследует две цели – исследовательские и художественные. Преимущество фотографии состоит в том, что можно накапливать свет – и тем самым получать изображение объектов очень слабой яркости. Кроме того, можно сделать снимок сразу многих объектов. Виды любительского астрофото. Пейзажное астрофото. Лунно-планетное астрофото. Астрофото объектов глубокого космоса, или их еще называют астрофото дипсай объектов. Что можно снять при помощи неподвижной камеры со штативом? Вращение неба. Вращение неба снимается при помощи сложения многих снимков в специальной программе, которая предназначена для получения изображение вращения неба. Некоторые из галактик. На данной фотографии изображена туманность Андромеды. Вот она. Эту туманность Андромеды также можно увидеть невооруженным глазом на ночном небе вдали от городской засветки в виде небольшого вытянутого туманного пятнышка. В южном полушарии также можно увидеть еще две другие галактики невооруженным глазом. Это Большое и Малое Магелланово облака. Но нам, к сожалению, не суждено никогда в северном полушарии увидеть эти галактики. Вообще в южном полушарии звезды совсем другие. Созвездия. Здесь у нас изображена Большая Медведица. Яркие кометы. Серебристые облака. Для тех, кто не знает, что это такое, серебристые облака – это облака, которые возникают в верхних слоях атмосферы. Солнечные и лунные затмения. Млечный путь. Метеоры. Достаточно таки много метеоров можно поймать, фотографируя метеорный поток Персеиды. Самый пик обычно в районе августа. 12-13 числа примерно. Бывает, что там 150 метеоров в час высокая активность. Полярные сияния. Спутники. На данной фотографии вспышка Иридиума. Иридиум – это спутник сотовой связи. Он известен тем, что может давать такие вспышки из-за особенностей конструкции, отражая на некоторое время солнечный свет. У меня, я помню, даже бабушка прикалывалась, что типа этот спутник прилетает, когда фотографирует Землю, фотоспышка типа у спутника. Рекомендуемые условия для астрофото. Должно быть ясное безлунное ночное небо. Облака будут мешать фотографировать звезды, а Луна будет засвечивать фотографию. Если мы, конечно, специально Луну не хотим фотографировать. Если мы хотим фотографировать именно звезды, то Луна, конечно, будет мешать.
Не должна быть высокая турбулентность атмосферы. Высокая турбулентность будет давать искажения. Атмосфера должна быть чистой, не должно быть дымки, тумана, запыленности. Это опять же будет также давать искажения. И, соответственно, качество снимка будет хуже. Не должно быть городской засветки. Городская засветка, пожалуй, самый главный враг астрономов, потому что она засвечивает фотографию, и многие объекты из-за нее невозможно увидеть. Поэтому лучше всего выезжать за город для фотографии. И небо должно быть как можно более открытым. Надо, чтобы было как можно меньше препятствий, например, домов, деревьев и прочее, для того, чтобы можно было фотографировать большие участки неба. Что нам потребуется для фотосъемки неподвижной камерой? Штатив. Штатив в данном случае – это необходимость, потому что съемка будет идти на очень длинных выдержках. Соответственно, камера должна быть жестко зафиксирована. Цифровая камера. Лучше всего, конечно, использовать зеркальную камеру, потому что в зеркальной камере лучше всегда матрица и меньше шумов получается. И фотографии в целом получаются более качественные. Однако можно снимать и на мыльницу, если она соответствует определенным требованиям. Об этом чуть позже. Если мы хотим снимать на очень длинных выдержках, больше, чем позволяют настройки фотоаппарата, можно использовать пульт длинных выдержек. Потому что на фотоаппаратах есть как бы еще такое понятие, как bulb-выдержка, где надо удерживать кнопку спуска еще, чтобы все это время затвор был открытый. А вот здесь вот пульт длинных выдержек позволяет не стоять вот так вот, держать кнопку спуска, а задать определенное время. Но также я еще знаю, что в камерах Canon можно поставить надстройку Magic Lantern. Там можно будет задавать выдержки вплоть до 8 часов с этой надстройкой. Вот что нам нужно в камере. Обязательно должен быть ручной режим. Без ручного режима здесь никак не обойтись. Нам обязательно нужно иметь возможность регулировать диафрагму, выдержку, светочувствительность, баланс белого и прочее. Должна быть возможность дистанционного управления камерой или отложенный спуск. Потому что, когда мы нажимаем на кнопку спуска, мы создаем вибрацию. А так как у нас идет съемка на длинных выдержках, то это все будет заметно. В результате вместо звезд получится запятые. Поэтому нам надо либо дистанционный спуск делать, либо ставить отложенный спуск. Допустим, поставили как на 2 секунды, кнопку спуска нажали, и через 2 секунды затвор открылся. Выдержку следует ставить достаточно таки длинную, несколько секунд, но не больше максимальной, потому что если выдержка будет больше максимальной, то уже будет заметно суточное вращение Земли. Вот формула для вычисления максимальной выдержки, при которой звезды останутся точками. Чтобы получить максимальную выдержку, нам нужно 600 разделить на фокусное расстояние вашего объектива. Диафрагму надо открыть на максимум, потому что нам надо поймать как можно больше света. Значения ISO не следует использовать слишком высокие, потому что если будем использовать очень высокие значения ISO, у нас на фотографии будет много шумов. Прочие советы. Используйте ручную фокусировку, потому что в автофокусе сфокусироваться будет очень сложно. Фокус ставится здесь на бесконечность в данном случае. Если возможности фотокамеры позволяют, снимать фото нужно в RAW формате, потому что именно этот формат проще всего редактировать. Отключайте обязательно шумоподавление, потому что фотоаппарат будет воспринимать звезды за шум и, соответственно, будет убирать их. Я даже слышал, у некоторых камер Sony сделали так, что шумоподавление на определенных выдержках невозможно отключить. Даже появилась петиция в адрес компании Sony, чтобы убрали это. Там даже демонстрировали, что на 3-секундном снимке показывали, что много звезд там есть, а когда уже 4 секунды уже идут, то звезд вообще уже совсем мало, на фото остались только яркие звезды. Это именно из-за шумоподавления. Этот шумоподав у Sony даже прозвали пожирателем звезд в этой петиции. Ну, естественно же, фотографируйте как можно дальше от города, потому что городская засветка, опять же говорю, будет мешать. Она будет засвечивать фотографию. И обязательно еще смотрите так, чтобы прямой свет от луны или от фонаря не попадал в объектив, потому что тогда засветка будет очень сильная. Процесс съемки неподвижной камерой.
Прикручиваем фотоаппарат к штативу. Ищем место подальше от фонарей. Выставляем в ручной режим необходимые настройки. Включаем таймер. Если у нас используется дистанционное управление, таймер включать не надо. Ну, начинаем снимать. Вот это примеры астрофото. Этот снимок был сделан лично мной. Это соединение звезды и Луны. Здесь также можно увидеть пепельный свет. Это полярное сияние, которое я сфотографировал, честно говоря, случайно. Фотография данная без постобработки. Это фото с постобработкой. Это метеор Персеид, который я сфотографировал в 2016 году. Кстати, здесь вам можно заметить, что М31 галактика Андромеды также попала в кадр. Кстати, фотографии эти делались в условиях городской засветки. В микрорайоне Су 967 я снимал их. Засветка, конечно, там меньше, чем в городе, но она есть все-таки и достаточно-таки сильная. Это полярное сияние, которое я снял в этом году примерно в середине сентября. Фотография без постобработки. Фотография из этой же серии, но уже с постобработкой. Эта фотография вообще свежая, я ее сделал буквально вчера. Это вспышка иридиума. Ну, кстати, получилось так, что штатив дрогнул во время съемки, поэтому черточка от вспышки иридиума получилась кривоватая. Это вот уже пошли профессиональные астрофото на неподвижную камеру. Вот еще одно профессиональное астрофото. Что же нам нужно, если мы хотим делать астрофото с телескопа? Зеркальная камера или компактная камера со сменной оптикой. Обязательно должна быть именно возможность смены оптики, потому что вообще подсоединять все это без объектива. Тут получается же так, что телескоп сам служит как бы объективом при съемке с телескопа. И лучше всего еще, чтобы был интервалометр на камере, потому что надо будет делать, скорее всего, серии снимков, если мы снимаем с телескопов, и мы замаемся просто бегать постоянно, нажимать кнопку спуска. А так поставили интервалометр и забыли на некоторое время об этом. Опять же еще скажу, что в зеркальных камерах Canon можно сделать настройку Magic Lantern. Там также интервалометр добавится, хотя по умолчанию нет. Но сразу же говорю, что если поставить эту настройку, то может слететь гарантия у фотоаппарата, потому что настройка это не официальная. И все вы делаете на свой страх и риск. Ну, нужен, естественно же, сам телескоп. Телескоп, причем желательно как можно более мощный. Нужна экваториальная монтировка с часовым механизмом. Почему именно экваториальная? Потому что экваториальная монтировка позволяет наиболее точно компенсировать вращение неба для того, чтобы выполнять астрофотографию. Обязательно должен быть именно часовой механизм. Потому что здесь идет раз большое увеличение еще, то там уже на нескольких секундах выдержки уже появятся дуги суточного вращения. Поэтому вращение нам надо компенсировать. Т-кольцо, оно нужно для того, чтобы мы могли подключить фотоаппарат к телескопу. Подключается Т-кольцо к байонету без объектива. Т-адаптер. Если на телескопе нет Т-резьбы, тогда еще надо подключать Т-адаптер, который также позволяет соединить фотоаппарат и телескоп. В случае, если мы хотим изображение, получаемое на фотоаппарате, увеличить, или если мы не можем сфокусироваться, а, к сожалению, на некоторых моделях телескопов такое может быть при подключении фотоаппарата, нам нужно использовать линзу Барлоу. Для того, чтобы точнее всего сделать полярное выравнивание монтировки, можно использовать искатель полюса. Он позволит нам точнее выставить монтировку на полярную ось. Если нам надо делать астрофото на очень длинных выдержках, то надо использовать также автогид. Потому что очень точно мы не сможем выставить полярную ось. Это не сможет даже профессиональный астроном с многолетним стажем. Поэтому используется автогид здесь. Об автогиде поговорим чуть позже. Опять же,
у длинных выдержек. Если нам надо сделать фото на длинных выдержках, что настройки фотоаппарата уже не позволяют. Если мы хотим снимать в пределах города, можно использовать узкополосный фильтр, который отсечет городскую засветку. Но в этом есть и свои минусы. Узкополосный фильтр может исказить цвета и может гасить некоторые звезды. Можно также использовать еще светофильтры, если это надо. Либо использовать также узкополосные фильтры уже, но только не для отсечения городской засветки, а, допустим, для выделения линии водорода или кислорода, специально, чтобы подчеркнуть как бы туманности. Ну и если мы хотим в телескоп наблюдать за Солнцем или фотографировать Солнце, то следует использовать полноапертурный солнечный фильтр. Внимание, ни в коем случае без полноапертурного солнечного фильтра не пытайтесь посмотреть на Солнце в телескоп или сделать фотографию. Вы повредите сетчатку глаза или испортите фотоаппарат. Как говорится, на Солнце в телескоп можно посмотреть два раза. Один раз левым глазом, один раз правым. Ну, процесс съемки. Если мы снимаем зимой, то телескоп должен пройти термостабилизацию. Если телескоп не пройдет термостабилизацию, то внутри трубы телескопа возникнет турбулентность, и эта турбулентность будет давать искажение. Делаем полярное выравнивание монтировки для того, чтобы компенсировать суточное вращение неба. Настраиваем камеру. Наводим телескоп на цель. Фокусируемся. Выбираем лидирующую звезду и калибруемся по ней, если мы используем автогид. Делаем пробные снимки, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Если все в порядке, начинаем снимать. Также снимаем в процессе калибровочные кадры. Об этом мы сейчас скоро поговорим. Ну и когда мы все отсняли, занимаемся постобработкой. Если мы делаем серию кадров, то делаем также сложение. Сложение нужно для того, чтобы получить фотографию на выдержках. Можно там несколько часов сделать. Мы такие выдержки не сможем сделать фотоаппаратом, это будет слишком сложно. Поэтому делают по-другому. Берут, снимают фотографии на разных выдержках и складывают их. Допустим, если мы снимем две фотографии с выдержками по 30 секунд и сложим их, то у нас получится фотография с выдержкой в одну минуту. Вот примеры съемки с телескопа. Это Солнце. То Луна с более крупным увеличением. Что же такое калибровка снимка? Калибровка снимка – это удаление из него паразитной информации. Паразитная информация включает в себя темновой шум, горячие пиксели, шум считывания и тени от пыли на матрице и на оптике. Для того, чтобы нам выполнять калибровку снимков, нужно подготовить снимки с этой паразитной информацией. Какие же калибровочные кадры мы снимаем? Дарки. Это кадры, сделанные с тем же ISO, выдержкой и температурой, как у лайтов. Лайт – это и есть как бы кадры, которые мы отсняли с каким-то объектом. Но при этом крышка камеры или телескопа должна быть закрыта. Дарки будут нести себе информацию о шумах, которые возникли во время экспозиции снимка. Офсеты или биасы – это кадры, которые были сняты с тем же ISO и температурой, как и лайты, но с настолько короткой выдержкой, которая позволяет камера, и при этом крышка телескопа или фотоаппарата должна быть закрытая. Даже в полнейшей темноте на фотографии будет сигнал, причем для каждого пикселя он будет разный. Для удаления этого сигнала и снимается данный вид кадров. Флеты – это кадры, снятые с теми же параметрами, что и при съемке, и снимаются они так. Нужно снимать вечером безоблачное небо в районе зенита, при этом крышку объектива, телескопа или фотоаппарата надо накрыть белой тканью. Этой процедурой мы корректируем неравномерность чувствительности пикселов, выправляем виньетирование, и также этой процедурой удаляются следы пыли, которая налипла на сенсор или на объектив. Это вот формула откалиброванного снимка. Light минус offset минус dark и деленное на flat. Теперь мы сейчас поговорим о том, как мы производим сложение и калибровку снимков в программе DeepSkyStacker.
Сначала мы открываем серию кадров Light, вот открыть кадры изображения и калибровочные кадры Dark, Flat, Offset, Dark, Flat и прочее. Дальше нажимаем выбрать все. Когда вот здесь вот мы все выбрали, кликаем начать сложение. Здесь вот. И следуем дальнейшим инструкциям. Вот примеры. Это туманность Андромеды крупным планом. Это туманность Вуаль. Что же такое гидирование? Гидирование – это позиционирование телескопа по опорным звездам, необходимое для компенсации суточного вращения Земли. Это делается для астрофотографии или других задач. Какие же у нас бывают виды гидирования? Автоматическое гидирование – это позиционирование по двум осям экваториальной монтировки астрографа с использованием камеры и телескопа гида. Не только телескопа гида, можно еще использовать также искателем, можно гидировать. Можно еще также использовать внеосевой гид. Это когда часть света, который идет в окуляр телескопа, также перенаправляется еще на гид. Там потом программа на ноутбуке замеряет дрейф звезды и согласно этому дрейфу дает команду монтировки для того, чтобы, так сказать, вернуть звезду в виртуальное перекрестие. Ну и ручное гидирование. Наблюдатель удерживает опорную звезду на перекрестии гида и компенсирует ее уход поворотом телескопа или с помощью микрометренных винтов, или с помощью вспомогательных или основных двигателей телескопа. Что можно снимать без гидирования? Млечный путь. Протяженные темные светлые туманности и галактики. Двойные звезды. Яркие кометы до 10 звездной величины. Так вообще кометы – это частые гости в Солнечной системе. Но такие вот именно яркие кометы, как я показывал ранее, это, конечно, большая редкость. Ну а так в телескоп, в принципе, кометы можно достаточно-таки часто увидеть или сфотографировать. Метеоры на фоне звезд. Что нам нужно для автогидирования? Монтировка или астротрекер с портом автогида. Монтировки с портом автогида, как правило, еще комплектуются также система автонаведения. Типа того, что выбрали, какой объект нам надо понаблюдать, и он автоматически наводится. К сожалению, это удовольствие не дешевое. Однако один из самых талантливых астрономов-любителей России, Руслан Ильницкий, он в своей группе написал, что как можно к обычной монтировке, к обычному часовому механизму подпаять порт автогида. Астрокамера с портом автогида, либо обычная веб-камера с подключенной специальной коробочкой для гидирования. Гидирующий телескоп или искатель с переходником для подключения камеры. Можно использовать еще не только телескоп или искатель гидирующий. Можно еще также подключить специальное устройство для внеосевого гида. Оно часть света, которая берет основной телескоп, перенаправляет на гид. Ноутбук. На ноутбуке будет стоять программа, которая будет фиксировать дрейф звезды и согласно этой информации будет уже отдавать команду монтировки для компенсации. Если используется у нас гид автономный, ноутбук нам не понадобится. Путь длинных выдержек. Это он уже понадобится нам непосредственно при съемке. Когда мы во время съемки уже будем снимать на длинных выдержках. Бывает, что выдержки делают и по 3, и по 20 минут. Кабель для автогида типа ST4. Он нужен для того, чтобы соединить нам камеру и монтировку. Программа для автогида. Как я и говорил уже, программа будет вычислять дрейф звезды и отдавать уже команду монтировки для компенсации вращения звездного неба. Опять же повторюсь, если у нас гид используется автономный, то ни ноутбук, ни программа нам не понадобится. А автономных гидов мне известно всего две модели от производителя Celestron и Skywatcher.
Причем они обе как бы идентичны по характеристикам. Сейчас мы поговорим о том, как в программе Adobe Photoshop можно убрать засветку. Здесь мы видим, на фотографии есть немножко городской засветки. И сейчас я вам расскажу, как это исправить. Для начала делаем копию слоя с фотографией. Главные яркие объекты с копией слоя удаляем при помощи штампа. Размытие по гауссу делаем до такой степени, чтобы исчезли все текстуры. Ровно именно до такой прям степени. Текстуры не должны быть совсем видны, но и нельзя делать слишком сильное размытие, потому что тогда и градиент уже пропадет. Нам здесь вот как бы надо сделать так, чтобы вот остался именно только вот тот вот градиент, именно вот то, что нам надо будет удалить с фотографии. Кликаем на слой с оригинальным изображением и показку копии фона отключаем. Выбираем изображение, внешний канал. Здесь вот где слой, выбираем то, что будем вычитать, тот самый слой. Режим наложения, делаем вычитание. Так, и параметры сдвиг и непрозрачность регулируем до получения наилучшего результата. Сдвиг, как правило, делают от 20 до 30. Ну и смотрите, что получилось у нас. Вот это то, что у нас было до обработки, а вот что стало после обработки. Сразу же еще хочу сказать, что таким способом без потери качества можно убрать только слабую засветку. Если засветка достаточно-таки сильная, уже пойдет потеря в качестве, и уже обработанная фотография будет хуже, как бы. Она не будет уже такой красивой, вот, допустим, как здесь. Что можно увидеть в телескоп в зависимости от диаметра? Сейчас я немножко как бы от темы отойду, астрофотографии, больше поговорим про то, что про наблюдение. Сразу еще говорю, при выборе телескопа не стоит прежде всего смотреть на его увеличение. Смотреть прежде всего стоит на диаметр объектива, на апертуру. Потому что чем больше диаметр объектива, тем более слабый свет телескоп сможет засечь. Рефрактор 60-70 мм, рефлектор 70-80 мм. Двойные звезды с разделением больше 2 угловых секунд. Слабые звезды до 11,5 звездной величины. Пятна на Солнце. На Солнце смотрим только с апертурным фильтром. Потому что посмотрите без фильтра, в мире на одного одноглазого пирата станет больше. Если посмотреть просто так, без фильтра. Фазы Венеры можно увидеть. На Луне кратеры диаметром 8 километров. Во время Великого Противостояния на Марсе можно увидеть полярные шапки и моря. Пояса на Юпитерах 4 спутника и в идеальных условиях большое красное пятно. Кольца Сатурна при отличных условиях щель Кассини и розовый пояс на диске. Уран и Нептун в виде слабых звезд. Крупные шаровые рассеянные скопления, например, М13. И почти все объекты каталога Месье без деталей в них. Рефрактор 80-90 мм, рефлектор 100-120 мм, катодиоптрик 90-125. Двойные звезды с разделением 1,5 угловых секунд и более, слабые звезды до 12 звездной величины, структуру солнечных пятен, грануляцию и факельные поля, только если с апертурным фильтром. Фазы Меркурия. Лунные кратеры размером около 5 км. Во время противостояния полярные шапки и моря на Марсе. Несколько дополнительных поясов на Юпитере, большое красное пятно. Можно также увидеть тени от спутников Юпитера на диске планеты. Щель Кассини в кольцах Сатурна, 4-5 спутников. Уран и Нептун в виде маленьких дисков без деталей на них.
десятки шаровых скоплений. Самые яркие шаровые скопления по краям будут распадаться на звезды. Десятки планетарных и диффузных туманностей и все объекты из каталога Мессье. И самые яркие объекты из каталога NGC. У наиболее ярких объектов можно будет различить кое-какие детали. Но, по крайней мере, галактики в большинстве своем останутся туманными пятнами без деталей. Рефрактор 100-130 мм. Рефлектор или катодиоптрик 130-150 мм. Двойные звезды с разделением 1 угловая секунда и более. Слабые звезды до 13 звездной величины. Десятки детали лунных гор и кратеров размером 3-4 километра. Синим фильтром можно попытаться рассмотреть пятна в облаках на Венере. Во время противостояний на Марсе можно будет увидеть множество деталей. В поясах Юпитера будут видны подробности. На Сатурне можно увидеть облачные пояса. При таком диаметре можно увидеть множество слабых астероидов и комет, сотни звездных скоплений туманностей галактик. У наиболее ярких галактик можно уже увидеть следы спиральной структуры и большинство объектов из каталога NGC. У многих объектов видны подробности. Рефрактор 150-180 мм, рефлектор или катодиоптрик 175-200 мм. Двойные звезды с разделением менее 1 угловой секунды, слабые звезды до 14 звездной величины. Лунные образования размером 2 км. Облака и пылевые бури на Марсе. 6-7 спутников Сатурна можно попробовать увидеть диск Титана. При максимальном раскрытии колец Сатурна можно увидеть спицы. Галилеевы спутники Юпитера будут в виде маленьких дисков. С такими апертурами детальность изображения будет определяться уже не возможностью оптики, а состоянием атмосферы. Некоторые шаровые скопления будут распадаться на звезды почти до самого центра. Если наблюдать вдали от городской засветки, будут видны подробности строения многих туманностей и галактик. Рефрактор 200 мм и более, рефлектор или катодиоптер 250 мм и более. Двойные звезды с разделением до 0,5 угловых секунд. При идеальных условиях звезды до 15 звездной величины и слабее. Лунное образование размера менее 1,5 км. Небольшие облака, мелкие структуры на Марсе. В редких случаях Фобос и Деймос. Большое количество подробностей в атмосфере Юпитера. Деление Энки в кольцах Сатурна, также диск Титана. Спутник Нептуна Тритон. Плутон в виде слабой звездочки. Здесь уже предельная детальность будет определяться чисто состоянием атмосферы. Будут видны почти все объекты из каталога NGC, многие из которых будут показывать подробности. И у наиболее ярких туманностей будут едва заметные цвета наблюдаться. Примерный вид объекта в окуляр телескопа. Я, честно говоря, в своей жизни встречал два типа людей. Первые говорят, что если посмотреть в любительский телескоп, галактики прям будут видны, как на снимках Хаббла. Прям такие яркие во всех цветах. И встречал второй тип людей, которые говорят, что туманности, галактики и прочие слабые объекты в любительский телескоп вообще нельзя никоим образом увидеть. И первые, и вторые неправы. Сейчас я покажу, как примерно объекты выглядят в окуляр телескопа. Вот в такой вот примерно телескоп стоимостью от 50 тысяч рублей. Вот туманность полумесяц. Это фотография. А это примерный вид. Хорошо видно, нет? Это мелкие галактики в созвездии Девы. Вот фотография. А вот примерный вид. Здесь не очень, да, видно? Нормально? Галактика М33 в созвездии треугольника. Фото. Примерный вид. Шаровое скопление М22. Фото. Примерный вид. Примерно так выглядит Луна в телескоп с увеличением 40 крат и поле зрения 40 градусов. Вот так примерно выглядит Луна через телескоп при большом увеличении.
Примерно так будет выглядеть через любительский телескоп Венера. Примерно так будет выглядеть Марс через любительский телескоп диаметром от 150 мм. Так где-то будет выглядеть Юпитер через небольшой телескоп со спутниками. Сатурн при увеличении около 200 крат. Примерно так будет выглядеть Уран через телескоп диаметром 200 мм. Примерно так будет выглядеть двойное скопление H и Хиперсе в телескопе 75-80 мм. Примерно так будут выглядеть галактики М81 и М82 в созвездии Большой Медведицы через бинокль 20/60 и телескоп диаметром 80-90. Примерно вид большой туманности Ориона в телескопы диаметром от 80 мм. Туманность М27 Гантель в созвездии Лисички, телескопы диаметром 150-200 мм. Видно? Нет. И примерно так будет выглядеть туманность М57 Кольцо в созвездии Лиры в телескоп диаметром 130-150 мм. Вот она в центре здесь. Она достаточно-таки маленький размер имеет, вот эта туманность Кольцо. Говорят, кстати, еще, что люди, когда покупают телескопы, потом ожидают увидеть туманности, как на снимках Хаббла, прям в результате потом разочаровываются и ругаются. Вот так вот выглядит Солнце с пятнами при наблюдении через телескоп с апертурным фильтром. Сейчас я вам покажу наиболее интересные объекты из каталога Месье. Рассеянное скопление М45 Плеяды. И, кстати, очень хорошо на небе видно невооруженным глазом, как небольшой такой ковшичек. Видел кто-нибудь, нет? Сейчас примерно где-то на севере вечером можно увидеть такой небольшой ковшичек. Если посмотреть в бинокль, то звезд еще больше видно. Рассеянное скопление М44 Ясли. М31 галактика Андромеды. Опять же еще расскажу, эту галактику можно увидеть невооруженным глазом ночью, если нет городской засветки, в виде небольшого вытянутого туманного пятнышка. М42 туманность Ориона. Эту туманность, кстати, тоже можно увидеть невооруженным глазом, но она будет очень, но она очень-очень маленькая. И опять же надо смотреть вдали от городской засветки. Галактика М51 водоворот. М104 галактика Самбера. М1 крабовидная туманность. Крабовидная туманность – это остаток взрыва сверхновой звезды. Насколько помню, эта сверхновая вроде бы в 1054 году взорвалась. М87 – галактика Дева. Эта галактика примечательна тем, что из ее центра выделяется джет протяженностью несколько тысяч световых лет. При наблюдении, к сожалению, этот джет невозможно заметить. Но в очень редких случаях джет можно сфотографировать на очень длинных выдержках, и то он будет там очень маленький. М102 – галактика Веретено. Всем спасибо за внимание.